Твою мать. Я вот задумался, вдруг моя теща лжедеранка. Надо на нее заявить, сеньор президент. Стране можно служить по-разному. Но сейчас крепость духа и бдительность, пожалуй. Да, сегодня это важнее всего. Может, пригодится. Есть для меня что-нибудь? Повстанец, нам нужен твой талант избавляться от КПП. Говорят, неподалеку есть один. Спасибо. Thank you.
Эль Тигре, я у Басилика де ла Верхен. Почему здание закрыто? Ну, была там проблема с паршивыми священниками. Но я ее решил. И как ты это сделал? Кастрировал их. Ты серьезно? А ты как думаешь? Проверьте, что там, аура! Убери оружие! Надо идти! Целикросу! Меня хватит! Опусти! Кинга! Алерта кокодрилу! Где? Таких, как ты, нужно держать в узде! Найти!
Внимание, неопознанный пилот! Вы в бесполетной зоне! Сейчас же садитесь! Что? Эль-Тигре, я у вашего краба. Очень креативно. Франция художник, а мы, повстанцы, похожи на крабов. Чем? Клешнями? Они идут к океану, чтобы дать потомство. Мы пришли из океана, чтобы дать миру La Revolution. Си. Понятно. Держись тропы, что ведет наверх. Путь очень легкий. Повстанец должен быть ловким, как коза. Коза? Только что крабы были. Алло? Пинга. Здесь не полетишь. Лучше выбрать другое место. Похоже на водопад с фотки Эль-Тигре. Надо туда забраться. Эль-Тигре, я у статуи. Лобо, революционер, боец, мой близкий друг. Он погиб в бою, когда мы штурмовали эсперанцев в 67-м. Вчера как раз была годовщина его смерти. Ясно, с чего ты похмельный. Каждый
каждый год в этот день я выпиваю две бутылки рома. За себя и за Лома. Ни он, ни я так и не увидели Яру свободной. Больше фоток нет. Фелисидадес, ты на вершине мира. Спускайся сюда, а то все веселье пропустишь. Тигре! Оладани! Какого? Ты в ловушке. Смерть смотрит тебе в глаза. Что будешь делать? Меня кучу раз били по яйцам. Я их 72-го не чувствую. Не делай так больше. Что? Микаса и Сукаса, баба Тигре. Пойдем, познакомлюсь с семьей. Портовая, мне сломали нос! Я тебе не мамочка. Есть люди, которым и правда нужна помощь. О, но я страдаю. Эй, полегче! Герпес не в счет. Это Лоренцо Консека, поэт-легенд. О, я чую горячую кровь бойца. И, конечно же, фартовая, сердце-легенд. Он не сломан. Разве? Я слышал хруст мьерда! Новый пациент? Похоже, из Ла Мораль. Я Дани Рохас из Либертад. Новый кулак революции. Нет, я от Клары. Либертад просит легенд о помощи. Люди верят в вас. Сражаться с Кастильо? Яра полностью его заслуживает. Буэна суэрте. Прости, хватит с нас революций. Видать, Клара ошиблась. Не расстраивайся. Им нужно получше тебя узнать. Ты приходи, как освоишься. Бэби Тигра. Вряд ли портовая к нам присоединится. Клара. Я встретилась с легендами. Только Эль Тигре согласился помочь Либертад. Сделай все, что потребуется, чтобы они к нам присоединились. Людям нужны герои. Надеюсь, легенды все еще хотят ими быть. Пусть Ром выйдет с пот.